Один из сотрудников службы информации и безопасности Республики Молдова в Бухаресте приобрел там квартиру стоимостью 200 тысяч евро, утверждает председатель партии «Демократия дома» Василий Костюк. В видеообращении на своей странице в Фейсбуке он заявил, что представители СИП действуют в личных интересах и не имеют ничего общего с национальными интересами и происходящим в стране. Он попросил госучреждения публично высказаться по поводу озвученной им информации, подтвердив это или опровергнув. Некий Талмазян, который представляет Молдову в работе с румынскими службами, представитель СИБ в Бухаресте, недавно купил квартиру за 143,5 тысячи евро. С учетом нотариальных услуг, ремонта и тому подобного, наши источники утверждают, что стоимость квартиры достигла в общем 200 тысяч евро. Квартира находится в самом центре Бухареста, на шоссе Пипера 48А. Записана в кадастровых документах, в договоре купли-продажи лично на имя Талмазян. Считаем, что СИБ Молдовы должен провести проверку. А если подтвердится, что этот офицер со специальными миссиями в Бухаресте покупает недвижимость и планирует там остаться, то мы задаемся вопросом, на кого он работает. Василий Костюк заявил, что к сотрудникам СИБ в целом возникает множество вопросов, в частности, как они разбогатели, не проходя проверку со стороны госучреждений. Костюк считает, что если информация о приобретении представителем службы информации и безопасности недвижимости стоимостью в сотни тысяч евро подтвердится, то тот должен уйти в отставку. Мы обратились в Центр коммуникации и общественных связей СИБ, чтобы получить комментарии по поводу заявлений лидера партии «Демократия дома», но на наши звонки и сообщения никто не ответил. Мы также отправили запрос на электронный адрес пресс-службы, но ответа пока не получили. И некоторые члены партии «Действия и солидарность» владеют недвижимостью в Румынии. Согласно декларации об имуществе, одна из двух квартир, о владении которыми заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну, находится по ту сторону реки Прут. Жилище внесено в декларацию об имуществе, но ни страна, ни населенный пункт, в котором оно находится, не указаны. Чиновник заявил в телеэфире, что это инвестиции. Помимо недвижимости, Спыну также владеет банковскими счетами в Румынии. Также в соседнем государстве у премьер-министра Дарина Ричана есть вилла площадью 97 квадратных метров, купленная в 2021 году за 55 тысяч евро. А у министра культуры Сергея Продана есть банковские счета в Румынии, на которых он хранит почти 400 тысяч румынских леев и около миллиона молдавских.